Всем огромный-огромный привет! Сегодня у нас утро субботы и, конечно же, субботний завтрак. Сегодня не хочется готовить ничего тяжелого, а хочется приготовить просто и легко. И для этого я хочу вам предложить один очень вкусный рецепт своего любимого омлета. Да, омлета! И что нам нужно найти на нашей кухне и в нашем холодильнике для нашего вкуснейшего омлета? Если вы готовите на большую компанию, то 3 яйца. Конечно же, немного молока, соль, сливочное масло. Обязательно, потому что омлет очень любит сливочное масло. У меня одна такая луковица лука-шалота. Это будет очень вкусно, потому что лук на самом деле имеет необычный вкус и аромат. Грибы у меня совсем чуть-чуть. Много и не надо. Это же завтрак. И кабачок. У нас будет омлет с кабачка, с такой небольшой пикантной овощной ноткой. И что нам надо первое сделать? Конечно же, порезать лук. Лук нарезаю полукольцами, вот такими, и отправляю обжариваться в смесь сливочного и растительного масла. Грибы нарезаю кубиками. И отправляю обжариваться к нашему луку. Кабачок нарезаю вот таким мелким кубиком. У меня кабачок молодой. И все это отправляю жариться к грибам. Жарю на быстром огне. До готовности. Кабачок у меня молодой, поэтому много времени это не займет. А сейчас давайте приготовим омлет. Я беру 3 яйца, разбиваю в какую-нибудь глубокую чашку, поперчить по вкусу и по вкусу посолю. Теперь наливаю 50 миллилитров молока. И все это размешиваю. У меня получилась вот такая омлетная масса, которой я заливаю наши овощи. Жарю пока на большом огне. Потом огонь уменьшу и накрою крышкой. Наливаю вкусный ароматный кофе. Ну и вот такой красивый у меня омлет получился. Я выключаю газ и покажу вам, как все выглядит на тарелке. Ну и вот такой вкусный, бесподобный омлет на завтрак у меня получился. Всем хороших выходных. Если вам понравился рецепт, обязательно подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И хорошо проведите эти выходные, пообещайте мне. Всем до свидания и пока. И не бойтесь готовить такие омлеты. Это очень и очень вкусно. И это легкий завтрак с овощами. До свидания.